Всем привет, меня зовут Алекс, и это продолжение игры Undertale. Мы тут в компании затерлись к монстрам, тут к дракону, львихе, львице, к слизню, короче, вот тут. Так, тут мы в прошлой серии общались с продавцами, они сказали, что хотят, чтобы человечество побыстрее уничтожили. О, добро пожаловать в МТТ-бургер-универмаг, мы славимся своими гламбургерами. Делаем ваш день ярче. Трейдмарк. Так, купить. Очень популярная еда. Блин, у него морда вообще просто, конечно, сейчас разорвет его. Чем я могу вам помочь, о посетитель? Гламбургер. А нафига им гламбургер? Звездное парфе. Очень популярная еда. В основном 14 ОЗ. А у меня сколько ОЗ всего? Стейк в форме лица Метатона. Легендарный герой. Сэндвич героя, повышение атаки в битве, нафиг не надо. Не спрашивайте, пожалуйста. Очень популярный, да. Блин, не хочу я тратить деньги. А продать, может что-нибудь? Почему он пытается мне что-либо продать? Это ресторан гамбургер, я просто пытаюсь выжить. Я его просто жопу, его дерет, рвет. Давай поговорим. Извиняюсь, это я просто... Против правил болтать с клиентами, которые ничего не купили. Ах ты, вон какой гнида, блин. Ну давай, ладно, купим звездное парфе. Пожрем хоть, будет лечилка. Спасибо, желаю тебе причудесного дня. Я уж купил. Ты покупаешь или нет? Я ж купил. Что? Почему ты все еще пытаешься заговорить со мной? Не попадает, если я буду слишком общительным с покупателями, прости. Так вот, я хотел стать актером. Жень, поверь мне, малыш. Жизненный совет. Я уже старый, так что позволь дать тебе пару советов, малыш. У тебя еще есть время, не потрать его, как я. Мне 19 лет, и я уже впустую потратил свою жизнь. Послушай, ты мне нравишься, малыш. Я сэкономлю тебе на нервах. Никогда не общайся с привлекательными людьми. Если ты не один из них, они просто возьмут преимущество над тобой. Прям как эти дамы, однажды попросившие меня стырить для них гламбургеры. Я, будучи наивным мальчишкой, согласился. Плохая идея. Итак, я пошел в переулок к этим двум дамам. Ну, знаешь, посмотреть, что из этого выйдет. И тут мой босс увидел меня и спросил, что случилось. Я так испугался, что выронил гламбургеры и нес, что нес в карманах. Стараясь сохранить лицо, я бросился их подбирать. Но стоило мне наклониться, как вес оставшихся гламбургеров стащил с меня штаны. Девочки стали смеяться надо мной. Теперь все меня зовут Бургер Штанами. Когда я впервые попал в Жаркоземье, я мечтал работать с Метатоном. Что ж, бойся желаний своих, малыш. А чем Метатон плох? Боже, ты видишь, это место лабиринт дурных решений. И каждый раз, когда мы пытаемся что-то сменить, он говорит... Это не так, как на поверхности. О, кстати, люди всегда ели гамбургеры из блесток и клея. Действительно, только такие едим. Чем еще плох Метатон? А почему люди считают его привлекательным? Он ведь буквально просто чертов прямоугольник. Ты знаешь, однажды я купил один из тех наборов в сети, который... делает тебя более прямоугольным. Они не действуют. Будущее? Какое будущее? Здесь снизу никогда ничего не меняется. Скорее всего, навечно застряну в этой тупой работе. Ну постой, есть одна вещь, дающая надежду. Если Асгарда будет еще одну душу, мы наконец сможем подняться наверх. Это будет полностью новый мир. Это будет второй шанс для меня, для всех. Поэтому держись, малыш. Добившись успеха, я не забуду о тебе. Блин. В любое время, малыш.
Господи, боже мой. Жаль, что в реальной жизни такого продавца встретить это просто, просто невероятно и нереально. И вообще ничего. Так, стоп, а куда нам надо-то? Мы были там, там сцена, там еще какая-то хрень. Так. А что у меня есть из вещей? Монстр конфеты, доброженная сковорода. Сковороду надо вообще убрать в этот в ящик. Шаружие. Бинт возьму на всякий случай. Тихий щенок, мужицкая банана, остатки от пса, потускневшая ленточка. Доброженная. Кстати, надо попробовать. Как раз мы сохранились, попробовать под дверь пса засунуть. Блин, ну нафига он нужен-то? Вы слышите шарканье. Похоже, вы можете положить что-нибудь под дверь. Положить. Вы кладете собачьи остатки перед дверью. Они проскальзывают под ней, словно их тянет магнитом. Во-во-во-во-во! Две кучки собачьих остатков медленно вылезают из-под двери. Теперь их две, что ли? Блин! Типа я, короче, блох расплодил, что ли, или чё? А если я ещё раз... Вы слышите шарканье, похожее. Вы можете положить что-нибудь под дверь. Положить. Вы кладете собачьи остатки перед дверью. Они проскальзывают под ней, словно их тянет магнитом. Две кучки собачьих остатков вылазят из-под двери. У меня их теперь четыре. Три. Блин, вообще пипец. Вот здесь. Оу, обслуживание номеров. Принесли моему коричневому зайку? Нет. Тогда... Блин. То есть это у меня... Средство от собак. Кто есть мохнатый? Вот здесь мохнатый. Остатки от пса. Использовать. Вы используете остатки от пса. Пустое место в инвентаре заполнилось остатками пса. От пса. Он собачий салат. Он собачий салат делает. Это же хилялка. Информация. Собачий салат лечит неизвестно сколько ОЗ, восстанавливает ОЗ не страну ОЗ. Очень интересная хрень на самом деле. Пойдем в инвентарь, сейчас это в ящик выкинем. Так, благо у меня два ящика. Телефон, говорю. Так, пространственный ящик Б. Остатки от пса. Одни остатки оставим. Бинт выбросим. Ну, может, собачий салат, он же что-то должен лечить. Расслабляющая атмосфера этого отеля наполняет вас решимостью, да? Пойдем, наверное, дальше. Опа. Что здесь есть? А, здесь эхо такое. Опа. А это что за нах? Звонок. А? Кто они? Я полагала, что здесь больше некому находиться. О, ладно. Мы не можем сейчас об этом беспокоиться. Интересно, музыка из этого, из отеля здесь эхом отдается. Интересно. О, другой музончик. Готов? Вот и оно. Вызови лифт к вершине ядра. Вот это да. Одна крутая музыка другой заменилась. Так, а здесь что? Почему нельзя прочитать? О, звонок. Эй, ты не хочешь поехать на лифте? Думаю, ты можешь пойти так. Если бы тут не было громадной ямы. Там вообще огнище какое-то, там лава, походу. Лифт не работает. Что? Лифт должен быть рабочим. Так, да ладно. Давай пойдем налево. Опа. Звонок. Ладно, здесь ты и сам должен справиться. Блин. Берегись. И что за нахрен?
Ёпарасоте. Мэджик выскакивает из своей шляпы. Глянь, им убежать нельзя. Здесь, короче, какие-то злые монстры. Обычно колдовать не получается, когда на тебя смотрят. Чего, сферы? Жестокая преследующая сфера ослабла под вашим взглядом. Фокус, фокус. Нормально получилось. Мэджик тихо шепчет бранные слова, слышь? Тут вообще-то дети могут смотреть нас. А ты, блин, бранные слова-то свои. Устрашающая крайняя сфера ослабла под вашим взглядом. Аллаказам! Ты чё, год, что ли? Ой-ой-ой. Сферы Мэджика не работают. Иди нахрен отсюда, Мэджик. О, деньги хоть поднимем. Это было близко. Почему так много монстров здесь? Я имею в виду, это ведь не проблема, верно? Просто должны продолжать идти вперед. Да, пойдем вперед, чё. Звонок. Похоже, ты не пройдешь дальше, пока не нажмешь переключатель. Но тогда эти лазеры активируются тоже. И кажется, они появятся в следующем порядке. Оранжевый, синий. Запомнил? Двигайся до третьего. Щелчок, так. Практически получилось. Практически, в принципе, получилось. О, боже мой, ты ранен! Мне так жаль, я указал тебе не ту последовательность. Все будет хорошо, слышишь? Давай просто продолжим идти направо. Да, пойдем. Звонок. Распутье. Попробуй продолжить идти направо. Блин, ну доверюсь я тебе, доверюсь. Звонок. Стой, нет, я думаю, надо идти вверх. Блин, ну ладно. Ну слушай, хорошо ты думаешь, блин, подлянку мне устроила. Рыцарь-сныцарь преграждает дорогу. Нихера ж себе там рыцарь-сныцарь. Там хрен поймет вообще, что это за... У нее соски двигаются, что ли, или что? Или это глаза у него вместо титик? Убежать-то можно? Блин, нельзя убегать. Давай будем петь. Вы поете старую колыбельную, рыцарь-сныцарь выглядит сонной. Так это женщина. Ну, да, неудивительно, что это титьки у нее. Закрой свои глаза. Ёперный балет. Блин, да. Рыцарь-сныцарь спокойно наблюдает. Благо у меня по одной жизни каждый ход восстанавливается. Спеть. Продолжайте петь. Рыцарь-сныцарь закрывает глаза. Адьос. Блин, ударило меня. Рыцарь-сныцарь спокойно наблюдает. Засыпаю уже. Вы продолжайте петь. Рыцарь-сныцарь заснула. Хрррр. Рыцарь-сныцарь храпит. Слава богу. 70 монет. Чё, мы денежку хоть поднимем? Звонок. Прости, я думала, что... Давай попробуем пойти направо. Эх ты. Так, я на лазерах на них вечно путаюсь. Еще лазеры. Ладно, я... В этот раз я не буду мешкать. Я просто отключу лазеры, чтобы ты прошел. Они не хотят отключаться. Я не могу их отключить. Все хорошо, у меня все под контролем. Я отключу энергию во всем блоке. И тогда ты сможешь пройти. Готово, иди. Нифига тут лазеров, да через них нереально пройти. Звонок. Стой. Нифига. Энергия включается обратно. Блин, от этого не должно было случиться.
Я еще раз выключу их. Когда они включатся, пройди чуток, остановись. Ладно? Тебя не заденет. Сыкотно, блин. Мне жизни мало. Звонок. Видишь, у меня все под контролем. Все под полным контролем. Да это хорошо, ты вообще молодец. Звонок. Ладно, ты должен... я не знаю. Это совсем не похоже на мою карту. Извини, мне надо идти. Нормально. Воздух полон запаха озона и наполняет вас решимостью. Да. А что ж делать-то? Тут закрыто. Тут тоже. Ведро. Внутри мусорной корзины лежит 100 монет. Возьмете ли вы это? Конечно. Вы получили 100 монет. Халявные бабки, вы чё? Как их можно не брать? Так, здесь назад нельзя. То есть это так высоко уже, что ли? Раз белый туман. То есть мы прям аж небо тут. Или это просто... Опа. Так вот, что ядро охлаждает. Это тот вот волк в самом начале игры, который кидает эти огромные глыбы льда в реку, они сюда идут. Во как оказывается-то хитро все. Рыцарь, сныцарь, блин. Опа, еще помойка. Внутри мусорной корзины лежит гламбургер. Охренеть, возьмете? Конечно. Вот этот халявный из помойки гламбургер мы этим девочкам и подарим. А то, что мы купили за бабки, не дарить не будем. Опа, головоломка. А зачем она здесь? Ой. Еще один сюда, раз. Так, здесь полно. Так, так. А, и два заряда как раз. Замечательно. Это хорошо. Ну и что получается? Так, мы что-то включили. Воздух полон запаха озона. Это наполняет вас решимостью. Конечно, сохранить. А по центральной дороге что? Не понял. Это центральная дорога? Глянь. Опа, ну началось, началось. Плаксилот и финальный фрогет появились, а убежать хер там. Плаксилот молится. Ну он что-то какой-то жесткий в броне, ну, давай молиться, а то тогда он... Вы встали на колени и молите о пощаде. Плаксилот вспомнил о совести. Не сдавайся. Гав. Бляха, эти мухи твои блядские. Иди с своими мухами нафиг. Плаксилот встречается с вами взглядом. Плаксилот, харе. Вы встали на колени и молите о пощаде. Плаксилот вспомнил о совести. Еще есть надежда. Квак, квак. Нормально. Такая стратегия появилась. Плаксилот больше не хочет драться. Плаксилот, спасибо тебе, давай иди. Он... Квак-квак. Квак-квак. Квак-квак, говорю. Квак-квак. Ой, шикарно. Фроги точно знает, зачем он здесь. Вы сделали что-то загадочное. Финальный Фрогит признает, что в этом мире еще есть то, чему нужно учиться. Вдумчивое кваканье. Ква, ква. Ква, ква, ква. Ква. Эй, не надо. Блин. Финальному Фрогиту неохота драться. Да иди вы в очко. 100 монет. Круто. Пойдем полечимся на сохранялке. Стоп, нет. Чуть не лоханулся. Воздух полон запаха озона. Ваше здоровье полностью восстановлено. И вы полны решимости дальше драть жопы монстрам. Ну или монстры оторвать вам жопу когтями своими. Как вопьются. Ну опять. Ёпти, еще лучше. Наемники выходят из тени.
А, это кто-то нанял их прям насильно, прям специально, дали денег им. Жестокая преследующая сфера ослабла под вашим взглядом. Пожалуйста и спасибо. До свидания. Ух ты, ух ты, как сложно-то. Рыцарь тяжело дышит. Действие Magic. Так, спокойной ночи, фокус-фокус. Да вы чё? Ух ты ж, ёпарасоте. Фух. Рыцарь ударяет. Пощадить. О, закрой свои глаза. Ёпти, тут точно глаза только и закрывать. Всё-таки ударило, а. Вот падла. Боюсь, колыбельную песню снысарь засыпает. Ух ты ж, ёпарасоте. Ох. Бля, как хорошо, что я сохранился. Ну давай, быстрей. Хватит, хватит, хватит мне капать на нервы. Во, поехали. Интересно, эти монстры снова там появятся или нет? Вот в самом начале. Я очень надеюсь, что нет. Да, это очень хорошо. Этих говняков надо уработать как-нибудь побыстрее. А если... Собачьи остатки используют... Используй собачьи остатки от пса. Пустое место в инвентаре заполнено с остатками от пса. Тинкл-тинкл-хой. Да ты чё, тинкл-тинкл-хой. Ух ты, ух ты, ух ты. Удалось избе... Да, блядь. Издевательство какое-то, издевательство. Типа дождь или чё, вообще не могу понять. Рыцарь-рыцарь спокойно наблюдает. Мэджик. Ставится крайняя сфера, да. А, это снова эти кресты. Глянь, одно всего сняли. Броня рыцаря излучает темный блеск. Мэджик, ага, Мэджик, иди нахер отсюда. Ты нам больше не нужен. Все, понял. Нихер. Бляха, муха. Я что-то туплю. И, видимо... видимо, очень сильно. Урон у нее просто бешеный в этой хере. Блин, все-таки ударили. И два раза ударили. Них, блядь. Запахло говном там у них. Так. Блин, вот как надо было сразу. Сныцарь наблюдает спокойно. Сныцарь. Ой. Как повезло. Спеть. Вы поете колыбельную. Надо внимательно смотреть вот эту херь, как она под... Вот, повезло. Спеть. Поем. Шикарно, пока получается, бляха-муха. Хрррр. Храпит. 130 монет. Пойдем сохраняться. Ёлки-палки. Почему сейчас той атаки жесткой вообще не было? Она ж просто безумная. Я еще затупил и сам под нее залазил. Под эту атаку. Просто пипец какой-то. Главное, что мы денег на этом поднимем много. Опять вылезли. Сколько ж вас будет тут, а? Ёпки, уже трое. Действие. Финальный фроги. Плаксилот, по-моему, самый жесткий вообще. Остальные крылья молят тебя о пощаде, Плаксилота. Дразни меня. Ой, какой глазик красивый. Ой. Плаксилот молча трепещет. Плаксилот, хватит. Стоп, этот глазик, у него еще два глазика есть. Еще и зубы в глазу есть.
Это, бляха, вы видели достаточно. Есть еще надежда, конечно. Взял двоечку. Отлично. Плаксилот больше не хочет с вами драться. Да, до свидания, Плаксилот. Это будет последним. Так. Отличное действие. Астигматизм пытается загипнотизировать вас. Астигматизм. Ты что, с ума сошел? Не дразнить. Вы не дразните астигматизма. Чего ты так боишься? Ничего. Чего бояться-то? Ай! Ай-яй-яй-яй! Ху! Астигматизм наливается кровью. Астигматизм — это же что-то вроде болезнь, когда зрачки слишком сильно расширены. Это не помню. Чего ты так боишься? Блять, того, что меня опять убьют, и мне придется загружаться. Астигматизм наливается кровью. Астигматизм, брось, вызов, дразнить. Давай мы тебе бросим вызов. Вы встали на астигматизм, другие монстры под впечатлением. Ты осмелился испытать меня? Да, блять, не такое я тебе сделаю еще. Еще и поезжу на тебе, еще огород попахаю, слышь? Астигматизм смотрит прямо в душу. Опа, финальный Фрогит сказал, что ну вас нахер. Астигматизм говнючело, блин, еще пытается что-то тут права качать. Астигматизм стучит зубами. Астигматизм. Не дразнить, вы не дразните астигматизма. Чего ты так боишься, слышь? Ай, блин. Астигматизм наливается кровью, блядь. Дразнить! Подразните астигматизм. Вот так. Астигматизму больше не интересна битва. Тролль херов, блин. Вот мудень-то, пойдем сохраняться. Хорошо, что они, кстати, не появились снова. Если бы они заново появлялись, я бы не знаю, я бы никогда бы это место не прошел. Воздух полон запаха озона, это наполняется с решимостью. Да спасибо. Да. Ху. Тяжко вообще. Я даже не знаю. Кто еще? Ой. А, так здесь тоже какой-то переключатель есть. Ты глянь. Ну, неспроста его так охраняли. Кстати, это, походу, мы лифт сейчас включили. Да? А если вот сюда сходить? Здесь монстров, мне кажется, просто уйма. Так, здесь мы к помойке выйдем, да? Точно. А здесь мы к чему выйдем? Опа. Блин. Астигматизм приближается, астигматизм. Не дразнить. Вы не дразните астигматизм, дразни меня. Ты что, мазохист, что ли? Дебилоид. Эх ты. Астигматизм наливается кровью. Бежать. Да ну тебя нахер, астигматизм долбанный. Кнопочка? Нет. Опа. За этой дверью должен быть лифт к замку короля. Вы полны решимости. Сохранить. А это что такое? Всего-то навсего. Ну что, ребят, на этом серию мы закончим. В следующей серии пойдем дальше вперед. Благодарю всех за внимание. Пишите свои комментарии, ставьте свои оценки. Подписывайтесь на канал, на паблик ВКонтакте, чтобы не пропустить все новые серии. Всем удачи и пока.